Какова же родословная паукообразных и клещей? Самые древние членистоногие, трилобиты, ползали по дну морей более 500 миллионов лет назад. Тело их было расчленено на множество сегментов, а все конечности выглядели одинаково. Это примитивные признаки у членистоногих. Чуть позже появились гигантские ракоскорпионы, уже слегка похожие на паукообразных. Очевидно, они и были их предками. Клещи – одна из древнейших групп наземных паукообразных. Они появились тогда, когда суша начинала только заселяться первыми растениями. Об этом свидетельствуют ископаемые находки.